Жители полянки просили ее угомониться, дать им спокойно работать. Но пчелка Жужа привыкла уже к такой жизни. Ей нравилось тарахтеть без умолку. Эту сказку про разговорчивую пчелку Жужу Анна написала специально для своего сына Саши. И таких маленьких произведений у нее уже порядка 150. Все началось, когда сын подрос и перестал слушаться. Он постоянно шалил и проказничал. А Анна, имея психологическое образование, решила придумать, как занимательно объяснить своему малышу основы правильного поведения. В моих еще книжках есть современные проблемы, какие возникают сейчас у нас в быту. По поводу компьютерной зависимости, допустим, возникает проблема, я пишу сказку, и при помощи сказки уже без ругани, без нотаций, получается вот этого добиваться нужного поведения. Такие сказки Анна называет терапевтическими, потому что они не только рассказывают историю, но и помогают ребенку понять свои ошибки. 8-летний Саша уже несколько лет изучает мамины опусы. Несколько сказок он даже написал сам. Теперь к этой литературе семья Крылышкиных приучает младшую дочку. Таких вот нету обычно в обычных книгах со сказками. Там сюжет какой-то немного другой. Особенный. Конечно, ведь эти сказки про него. Анна уверена, такой метод работает. Читая ее книги, сын меняется на глазах. Свои произведения женщина дарит друзьям и знакомым. А теперь хочет предложить свое творчество библиотекам и детским садам. Но сначала книги нужно напечатать в издательстве. Чтобы собрать необходимую сумму, Анна бросила клич в интернете. Развернула краудфандинговую кампанию. Вот только остается неясно, насколько нужны кемеровчанам такие книги. Поговорил, и все, человек, это он понимает, ребенок. Нужно ему внушение сделать, сказать ему, что так нельзя делать. Это нехорошо. Разговаривать нужно, чтобы дошло. Не наказывать. Я вот своих не наказываю, когда вроде бы нормально. И все же, как воспитывать своего ребенка, каждый родитель решает сам. Некоторые предпочитают наказывать за малейшую провинность. Другие долго и упорно объясняют, почему тот или иной поступок малыша был неправильным. А кто-то читает сказки, тем самым погружая ребенка в мир фантазий, где малыш самостоятельно понимает, в чем заключалась его ошибка. И здесь совершенно не важно, будут это сказки русские народные или терапевтические, написанные педагогом-психологом или самим родителем. Полина Егошина, Константин Червяков. Новости моего города.